Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Добрый день, у микрофона Мария Кожевникова. Мы начинаем новый блок программ нашего проекта «Деньги в дело» и поговорим теперь о финансах. Напротив меня финансовый эксперт группы компании «Делай деньги» Татьяна Мокина. Татьяна, добрый день. Добрый день. Можно ли получить высокий доход, при этом быть спокойным за свои деньги? Об этом поговорим. Раньше все было просто, люди хранили деньги в банках, но сейчас банки предлагают процент значительно ниже, чем, допустим, те же кредитно-потребительские кооперативы. Да, действительно, современные кредитные кооперативы уже давно стали альтернативой банковским услугам. Но перечень услуг здесь меньше, только займы и сбережения. Но в этом-то и кроется плюс. Меньше издержек, соответственно, гораздо больше возможностей для клиентов. Сегодня максимальная ставка по сберегательным программам кредитных кооперативов составляет 11% годовых. А от чего размер ставки зависит и как она меняется? Ставки в кооперативах напрямую зависят от ключевой ставки Центрального банка. Сегодня она составляет 5,5%. Умножаем эту ставку на 2 и получаем максимальный доход по сберегательным программам, то есть 11% годовых. Всегда, когда мы видим высокий процент, есть некое недоверие. Как выбрать надежную компанию, надежный кооператив? В первую очередь важно убедиться, как работает кредитный кооператив. К примеру, есть обязательное требование, это членство в СРО, саморегулируемая организация, при которой формируются компенсационные фонды. Также важно проверить, есть ли кооператив в реестре Центрального банка. Важно узнать подробнее про саму организацию. Например, «Делай деньги» — это уже сегодня проверенный временем бренд, которому в этом году исполняется 10 лет. Более того, мы дополнительно заключили договор страхования ответственности перед пайщиками. И это прописано в каждом договоре клиента. Еще из-за эфира мы с вами разговаривали о том, что «Делай деньги» значительно отличаются своим принципом работы. Вот расскажите, в чем это отличие? Мы не выдаем мелкие суммы, там, займы до зарплаты. Мы предоставляем займы предпринимателям исключительно под залог недвижимости. Поэтому в любом случае все деньги и проценты наших пайщиков будут выплачены. Продаете недвижимость, если вам не выплатили кредит, и рассчитываетесь с пайщиками. Абсолютно верно, но за всю нашу историю таких случаев не возникало, потому что мы реально выдаем займы проверенным, благонадежным предпринимателям. И еще наше направление одно – это недвижимость. Мы являемся застройщиками, инвестируем в строительство, покупаем мы продаем квартиры. За счет этого у нас есть дополнительные источники доходов, которые обеспечивают еще большую надежность. Но вернемся от недвижимости к финансам. Те 11%, о которых вы сказали, а можете подробнее об условиях программ рассказать? Да, конечно. Сегодня в «Делай деньги» действует фиксированная ставка 11% годовых на срок от 3 месяцев до 3 лет. Сумма размещения от 30 тысяч до 3 миллионов рублей. При этом вы можете пополнять и частично снимать деньги. Также можно выбрать программу с удобным начислением процентов. Также хочу обратить внимание, что для вступления в кооператив необходимо платить вступительный и паевой взнос. Это 1100 рублей. При этом 1000 рублей возвращается при прекращении членства. Если у слушателей есть еще какие-то вопросы, куда они могут обратиться, может быть, сомнения какие-то развеять? Подробности можно узнать в любом офисе «Делай деньги». Сегодня у нас 5 офисов в городе Кирове, в каждом районе города, что очень удобно. И работаем мы также по удобному графику 7 дней в неделю, а в будние дни. У нас увеличенный график до 8 часов вечера. Адреса офисов и все условия можно уточнить по телефону 47-96. Татьяна, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня вам, доброго дня всем слушателям. Спасибо большое. Встретимся еще. Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Кредитный потребительский кооператив «Делай деньги Киров». Член кредитного потребительского кооператива несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного потребительского кооператива.